Всем привет! Сегодня я начинаю снимать новый влог. Немножко покажу вам свои карантинные будни. На карантине мы, конечно, очень мало двигаемся, потому что мы ограничены в пространстве. Поэтому важно не только следить за своим питанием, о чем я вам уже рассказывала, но и, конечно же, делать физические упражнения. Начните хотя бы с легкой зарядки, которая занимает буквально 5 минут. Вот сегодня я свою зарядку делала 5 минут, и уже все мышцы начали работать. Запустился метаболизм, и появилась какая-то активность в теле. Я бы, конечно, очень хотела ходить в зал, но у меня и до карантина не было возможности, потому что я с ребенком все время и не с кем с ним посидеть, пока я буду в зале. Ну а сейчас тем более. Так что домашние тренировки и всякие домашние упражнения однозначно рулят. Очень хочется иметь к лету хорошую форму, подтянуть все мышцы. Я стараюсь, но, знаете, все еще после родов у меня основная проблема – это живот. Как это говорят, ничто не стареет хуже, чем эго красивой женщины, так и никакие проблемы не воспринимаются так остро, которых не было ранее. У меня никогда не было живота, у меня всегда была плоская талия, это было мое достоинство, которым я гордилась, но после беременности талия у меня как бы все еще есть, она на месте, но живот, как бы я ни занималась, что бы я ни делала, он не уходит, он все равно у меня есть, он как бы такой вывалился немножко пузик, и он не может встать на место. Я вам сейчас сделаю вакуум и покажу, о чем я говорю. Кто не видел ранее упражнение вакуум, то вспомните детство и упражнение скелетик. Видите, когда я выдыхаю, он просто выпадает. Вот такой вот кругленький пузик. Поэтому я решила пройти онлайн-курс по борьбе со своим животом. Мне кажется, карантин — это прям идеальное время для этого. Называется этот курс «Животов нет». Его создал доктор-остеопат Владимир Животов. И мне он понравился тем, что там не просто набор каких-то упражнений для пресса. На самом деле, когда выпадает вот этот вот животик после беременности, после родов, то дело вообще не в прессе, а дело в том, что внутренние органы, они опускаются, и потом они не становятся на место. И этот курс направлен именно на то, чтобы расставить внутренние органы по местам. Это именно то, что нужно для девушек, которые стали мамами, особенно если у вас было кесарево, также если вы вообще страдаете еще болями в пояснице, каким-то несварением, проблемами с ЖКТ, циститом, геморроем, варикозом, недержанием мочи, отечности, даже, по-моему, для мужчин подходит, у которых половая дисфункция и проблемы с простатитом. В общем, этот курс содержит упражнения, которые направлены на поднятие внутренних органов, на укрепление мышц живота и талии. Так что я уже в предвкушении, очень хочу его пройти, потому что обычные просто спортивные упражнения, они мне не помогают, и мне нужно что-то большее. Так что, девчонки, если хотите, приглашаю вас вместе с собой. Курс будет длиться 3 недели, проходит он на отдельной платформе, и там будут регулярно выкладываться новые упражнения. Также есть чат активности, будут вебинары, будет, кстати, еще отдельный вебинар с доктором-эндокринологом, которая, как я знаю, приверженница интервального голодания, кето-диеты. Диеты прям идеально для меня. Я вам ставлю фотки, чтобы показать, каких классных результатов добились девчонки, которые уже прошли этот курс. И тех участниц, которые полностью выполнят весь курс и добьются самых классных результатов, ждут денежные призы, там, по-моему, 30 тысяч рублей, 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей. Я не особо рассчитываю, конечно, выиграть денежный приз, потому что я иногда люблю пофилонить, но, тем не менее, я рассчитываю добиться однозначно для себя хорошего результата и наконец-то, справиться с этим выпавшим животиком и побороть свои некоторые проблемы, которые у меня произошли после беременности в связи с отпущением внутренних органов. Курс стартует 7 апреля. Вообще, по-моему, он проходит либо каждый месяц, либо раз в 2 месяца. Так что, если вы хотите со мной, я оставлю вам на него ссылку в инфобоксе. Присоединяйтесь, давайте вместе избавляться от наших животиков. Так, а у меня уже 1 час дня, так что пойду готовить себе какой-нибудь завтрак и обед и буду кушать. Кстати, Давид сегодня у бабушки, так что у меня есть немножко времени для себя, чтобы отдохнуть, позаниматься своими делами, работой и насладиться спокойствием. Хотя я уже очень за ним скучаю.
Вы меня просили показывать, что я кушаю на кето. В принципе, это не слишком разнообразное питание, поэтому приготовьтесь к тому, что это постоянно будут большие миски салата с овощами и с большим количеством листьев. У меня сегодня вот такой вот салатик. Я его заправила соусом песто. Здесь разные виды зелени, плюс помидорчики и болгарский перец. А вот это блюдо я открыла для себя именно когда искала кето-рецепты, и оно безумно вкусное, мне хочется кушать его каждый день. Это цветная капуста. Ее нужно в сыром виде натереть на терке и потом обжарить на сковородке вместе с оливковым маслом, куркумой и солью. И также туда я добавила такие мюнхенские колбаски порезанные. Это так вкусно! Особенно если вы не следите за питанием, туда еще можно добавить панировочные сухари при обжарке. И, о боже мой, это просто гастрономический оргазм. Вот так что у меня будет капуста с колбасками и салатик. Приятного мне аппетита! Ну и, конечно, кушаю я в компании со своей подружкой Леночкой. Лена864, привет. Смотрю, как она занимается спортом, а сама в этот момент жару. Лена, ты молодец. Я тобой горжусь. И, кстати, на часах сейчас у нас 13:30, это мой первый прием пищи за сегодня. То есть со вчерашнего вечера до сегодняшнего обеда у меня был пищевой покой. В период карантина начинаешь ценить такие простые вещи, как банальная возможность выйти на улицу, имея уважительную причину. Я вооружена респиратором, антисептиком. Но, кстати, сейчас я, наверное, скажу вещь, которая многих повергнет в шок. Но я не ношу маску и не ношу респиратор просто так. Дороги сейчас достаточно свободны. Я нахожусь на проспекте Победы. Конечно, сегодня выходной день, но все равно обычно он очень загружен. Сейчас, видите, машин немного. Сходила на новую почту. Фух, тут прям парниковый эффект. Кстати, масочка – это очень благоприятная среда для размножения бактерий. Так что их нужно обязательно регулярно менять. Если вы находитесь где-то в общественном людном месте, где вокруг вас люди, которые могут вам чихнуть в нос, в рот или в глаз, или в какую-нибудь еще вашу слизистую, и не ходить в одной и той же маске, конечно же, постоянно. 1, 2, 3, 4 еще в пакете. Короче, закупаемся онлайн по полной. Сейчас кто-то готов будет меня, наверное, распять на кресте, но я все-таки выскажу свое мнение по поводу масок. Я придерживаюсь рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что не нужно носить маску здоровому человеку там, где ее не нужно носить, то есть, грубо говоря, на улице. Вирус не летает вокруг нас в воздухе. Он может попасть в наш организм, если кто-то кашлянет или чихнет больной нам в глаз, в нос или в рот, или в другую слизистую. Или если вы потрогаете вирус, а потом залезете себе в глаз, в нос, в рот или в другую слизистую. Когда вы просто идете по улице, носить маску не нужно, потому что он не может, вирус, осесть на вас с деревьев, либо с воздуха. Но маски нужно регулярно менять. И когда вы их бестолку вот так вот расходуете, вы просто создаете искусственный дефицит. И потом люди, которым они действительно необходимы, то есть это больные люди, это люди, которые работают в больницах, медперсонал, это люди, которые в принципе работают в сфере обслуживания, которая все еще трудится на наше благо, они потом не могут купить и достать и получить эти маски, потому что люди, которым они нафиг не нужны, носят их налево и направо, еще и обзывают других, что те, видите ли, не делают так же. Но все же так просто, маску сейчас можно купить в интернете. Я вам открою небольшой секрет. Медицинские маски, вот эта марля, которая в них используется, это специальная медицинская марля. И сейчас в Украине ее нет, потому что она израсходована. Но есть очень похожая марля, строительная, которая является токсичной, которую нельзя прикладывать к лицу и через которую нельзя дышать. И покупая вот эти вот маски в интернете, которые где-то непонятно кем клепаются, непонятно из чего, вы рискуете приобрести именно токсичный товар, который не то что не спасет вас от вируса, а еще и навредит вашему здоровью. Поэтому, пожалуйста, давайте будем думать, давайте будем прислушиваться не к какому-то дяде Васе, а к Всемирной организации здравоохранения,
здравоохранения и не создавать искусственно дефицита. Все-таки это тоже наша зона ответственности. Так что, пожалуйста, будьте ответственны, будьте глубокомыслящими, разумными. Я вас к этому призываю. Я уже дома распаковала все свои посылочки и хочу вам показать кое-что из того, что я заказала. Это ничего серьезного, просто такие приятные женские мелочи. Близится лето, теплый сезон, и я решила, что мне нужно обновить ночнушки, потому что в прошлом году я кормила еще ребенка грудью, и многие мои сорочки, они для кормящих, именно летние. Старые мне уже надоели, и мне захотелось каких-то новых, поэтому заказала себе несколько штук. Первая вот такая, с фламинго. Мне кажется, очень милая, очень приятная. Мне нравится, когда в сорочке есть отдельный отсек, или как это назвать, для груди, и само полотно. Вот. Мне нравится этот цвет, мне кажется, он мне к лицу. Хорошенькая. Следующая такого же плана в лавандовом оттенке. Он тоже мне идет с кружевами, с резиночкой под грудью. И по низу у нее тоже идет кружево. Она мне нравится, очень приятная на ощупь. Надеюсь, она не покроется очень быстро катышками. Тоже довольна. И последняя такая нежная голубая. Тоже красивая. Внизу тоже у нее идет кружево такое небольшое. И на груди. По качеству все эти три сорочки — это хлопок с эластаном. Они трикотажные. Я такое качество больше люблю, чем такие, знаете, скользкие, атласные, блестящие. В общем, как-то мне в этих комфортно. Если интересно, я вам оставлю в инфобоксе на них ссылку. Это не какой-то один магазин. Я их заказывала на Розетке. Все у разных продавцов. Ну, вроде бы по качеству хорошенькие. Мне нравятся. А еще заказала себе два набора брючных вешалок. Здесь 20 штук. Надеюсь, мне хватит. Просто все брючные вешалки, которые у меня есть, они пластиковые, они часто ломаются, они занимают больше места, и плюс они не очень хорошо держат одежду. То есть прищепки, они не слишком плотно фиксируют ткань, и брюки часто с них вываливаются. Надеюсь, с этими таких проблем не будет. Вернее, я точно знаю, что не будет, потому что парочку таких металлических у меня есть, и они однозначно более надежные. Поэтому решила обновить. Они стоят очень недорого, почему нет? А тем временем, пока я все поделала, уже подошло время второго принятия пищи, но кушать я вообще не хочу, поэтому сегодня я больше кушать не буду. Единственное, что я сейчас перекушу, я выпью кофе с молоком и съем 2 ложечки арахисовой пасты. Вот такая кошерная, без сахара, очень вкусная, очень такая у нее классная консистенция. Это будет мой ужин, не знаю, как это сказать, то есть до завтрашнего дня опять где-то до 12 или до часу я кушать не буду. И очень часто мне удается покушать всего один раз на день, и больше мне просто не хочется и не нужно. К нам тут приехала еще одна посылочка из IKEA, и что же в ней? Детская кухонька. Сейчас я буду ее собирать сюда. Женя спит, а я обожаю собирать мебель. И вообще у меня есть такая мечта — стать дизайнером мебели подпольной. Вряд ли она когда-нибудь осуществится, но вот так вот. Так что я сейчас буду ее собирать, а потом покажу вам, что у меня получилось. Put me through that, but baby, it's useless. I'm living my life, don't need you in mine. Me feeling just fine, one of a kind. Who better than I? Ay, 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 oh. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. I won't keep you safe. Time that I relocate. I don't play that game. Shawty, don't play that game. I know my place. Shawty, I know my. I got a lot to do. At the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do? Got to do. I'ma make it loud, how I made you scream like a cockatoo. Squaw. Turn the party wet, about to show the rest what the boy can do. Я все проверю. А ты когда насаживал вверх на низ, ты чопики вставлял? А ты мне сказала, что их надо вставить? Видишь, у меня все шло как по маслу. Ты пришел и на это самое. Накосячил. Не, ну покажу, реально. Ну что,
Кухня готова, собрали ее еще вчера, в основном я, потом Женя, когда закончил скайп-колл, он мне помог. Но вчера уже стемнело, поэтому не стала показывать, делать такой микрообзор, делаю его сегодня. Значит, сверху тут шкафчики, типа микроволновка на магните. Внизу у нас идет плита с конфорками, их можно включать на разную мощность и выключать. Умывальник, кран, который крутится во все стороны. И шкафчики, один прозрачный с полочкой, другой непрозрачный. И даже для нашего Каспера, робота-пылесоса, внизу нашлось место. Короче, класс, мне так нравится. А еще здесь есть крючки, чтобы вешать всякие половнички, лопатки и всякую другую ерунду. Сразу предрекая какие-то сексистские высказывания, типа, зачем мальчику кухня, это же игра для девочки, я скажу, что думать так в 2020 году — это просто полная глупость. Самые лучшие шеф-повара мира — это мужчины, и мальчики совершенно спокойно могут играться в кухню, и это никак не уменьшает их мужество. Точно так же и девчонки, если им хочется, они могут играть с машинками, они могут играть с отвертками, и это тоже никаким образом не портит их женственность. Главное, чтобы ребенку было интересно, весело, и чтобы ему нравилось. Сегодня забираем Давида от бабушки с дедушкой, я уже жду не дождусь, чтобы увидеть его реакцию, его восторг, как он будет играться со своей новой кухней. Заказала ему еще посудку и также разные игрушечные овощи, которые можно резать, но это все я покажу вам в следующем влоге. А этот влог, пожалуй, буду заканчивать. Хочу вам сказать огромное-огромное спасибо, что вы со мной, что вы меня смотрите, что вы мне пишете такие хорошие комментарии, что вы ставите ваши пальчики вверх вообще за любую вашу активность. Вы знаете, что для нас, блогеров, это очень полезно, а для меня, как для человека, это очень-очень ценно. Так что я вас люблю, спасибо вам большое, и все, увидимся с вами в следующих видео очень-очень скоро. Пока! Woman that I love, it's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy.